Это лайф, и мы продолжаем. Никите Джигурде досталось от охранников Сергея Жорина. Адвокат супруги Джигурды назвал актера альфонсом и наркоманом. И прямо у здания суда, где назначены предварительные слушания по разводу Джигурды и Анисиной, адвокат натравил на актера свою охрану. Так, я не понял, это кто такой? Это вы видите? Вы все видели, слышали, да? Так, отойди. Значит, Жорин на... Бог поругаем не бывает. Подлец Жорин. После 8 лет брака фигуристка Марина Анисина решила развестись с Джигурдой. И виноват в этом, по мнению артиста, ее адвокат. Якобы он внушил Марине, что Джигурда болен и не хочет проходить лечение у психиатра. После неприятной встречи на улице Джигурда и Жорин продолжили перепалку уже в здании суда. А кто-то угрожает Марине Анисиной? Как-то? Да никто не угрожает, все бред, что он там несет. Угрожает Жорин. Просто Джигурда не может поверить, что он не нужен своей жене, что он просто не нужен... Ты то же самое говорил 1,5 года назад. И Анисина забрала заявление, не ставя... Потому что Джигурда поехал в Париж, скурил, просил прощения, обещал лечиться. Неправда. Я еще раз говорю, неправда. Да все очень просто. Джигурда отказался разводиться. На следующем заседании уже будет непосредственно разбирательство, и могут дать срок на примирение. Но я надеюсь, что он как мужчина не будет возражать, да, разведется. Как не будет как бы скулить. Ты отказался со мной на ринг, взял с собой охрану. На вас напал? Джигурда. Я напал. В приличных местах таких, я напал, вы видели, бьют все, только ногами, на понимаешь? Вот. Поэтому, в общем, ну, как бы, мне кажется, все понятно, да? А вы пойдете на дуэль, вот на боксерский поединок? Вы знаете, всегда на дуэль дрались равные. Ну, мы не будем обращать внимание там на бомжей каких-то, да, людей таких. Это кто бомж? В общем-то... Кто бомж? Ну, кто бомж-то? Вы слышали, да? Это бомж. Джигурда сейчас обещал, что он подаст на меня в суд, там, скулил что-то. Ну, посмотрим. Я заявляю о том, что ты Киркорова засудил. У меня есть запись аудио нашего разговора, где ты рассказываешь, как вы лжесвидетелями засудили Киркорова. Красивая и немного скандальная пара Джигурда и Анисина познакомились в 2007 на съемках телешоу. И Никита сразу тогда заявил, что Марина станет его женой. И у эпатажной пары двое детей, но в прошлом году брак дал трещину. Анисина с детьми уехала во Францию, ей предложили работу в Европе, а Джигурда был против. Сейчас артист заявляет, что все зашло слишком далеко, мол, слухи о разводе пара пустила просто ради пиара. И на самом деле разводиться с любимой женщиной он не собирается.